У Беларуси сегодня уступают в силу новые правила по оплате жилево-коммунальных послуг. Отменяется дифференцированная оплата за техническое обслуживание жилых домов, послуги водозабеспечения и водоотведения, электрическую энергию. У выпадку регистрации громадян по месту жихарства, и они будут платить за эти послуги по субсидированных тарифах по зазалежности от объема споживания. Однако, коли у квартиры никто не зарегистрован, то наличение платы, как и ранее, будет ожитевляться по экономично обґрунтованих тарифах.